Енді өздеріңіздей бүгінгі қазақтың жас өрендері ұлдарымен, қыздарымен бауырмалдық қасиеттерімізді арттыра отырып, менің бауырым жобасына қош келдік. Карагандинский индустриальный университет принимает участие в республиканском волонтерском проекте «Менын Баурым». Его главная цель, чтобы студенты стали для школьников старшими товарищами и наставниками, а подростки, в свою очередь, были разносторонне развитыми личностями. Поэтому 60 студентов-волонтеров на протяжении года будут вести активную волонтерскую деятельность в 35 школах города Темиртау и поселка Актау. Из числа более 2000 студентов наших в основном провели информационно-разъяснительную беседу, работали с кураторами групп, работали руководителями факультетов. И с их, по их инициативе и по результатам проведенных информационно-разъяснительных работ изъявили желание. Было большее количество студентов, но однако пришлось подбирать, то есть выбирать среди них самых лучших, которые склонны к работе с детьми, школьниками в том числе, и которые владеют полными навыками, способностями именно относительно тех способностей психологических, финансовой грамотности, экономической грамотности, спортивная, культурная часть, творческие подходы, чтобы они были. Вот с такими уклонами детей своих студентов подбирали. Чтобы студенты знали, как правильно работать со школьниками, для них провели обучающие курсы. Организатором обучения выступил Национальный научно-практический институт благополучия детей ОРКЕН. На протяжении 2 дней ребят обучали специалисты из Астаны. Данный проект призван активировать студентов, которые искренне понимают, что школьникам нужен помощник, наставник, товарищ, который сможет помочь, поддержать и направить. При этом каждый участник должен понимать, что он является частью большого общего дела. Все это мы сейчас объясняем студентам. Дальнейшая работа студентов со школьниками будет направлена на патриотическое и экологическое воспитание, повышение ответственности, укрепление внутришкольных взаимоотношений, развитие эмоционального интеллекта, правовой, читательской, финансовой и IT-грамотности. Этот проект является частью общей программы воспитания, внедренной в образовательную систему. В настоящее время институт ОРКЕН реализует 3 основных проекта в школах, включая работу педагогических и психологических центров с родителями, акцию «Досбол лайк» и наш сегодняшний проект «Менім Бауырым». В рамках проекта также предусмотрены мастер-классы, флешмобы, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции и внеклассные мероприятия. Кристина Кириченко, Андрей Майорка. Новости Темиртау.